нашей мамы самая любимая. Лучше, потому что она мне готовит еду, я ее люблю. Моя мама самая лучшая, красивая и добрая. Моя мама добрая, хорошая. Моя мама лучше всех, потому что она счастливый человек. Моя мама лучше всех, и она помогает нам делать. Мама, потому что она умная, она не готовит кушать и работает. Я люблю свою маму, потому что она меня родила и потому что я ее очень люблю. Моя мама самая лучшая, потому что она вырастила нас. Мама самая лучшая, потому что она мама. Мама самая лучшая, потому что она умная. Моя мама лучше всех, потому что она за мной ухаживает. Ничего страшного. Моя мама самая лучшая, потому что она нас любит и мы ее любим. Мама самая лучшая, потому что я... Наши мамы лучшие! Наша мама самая лучшая. Наша мама самая заботливая. После первого урока, после второго урока, после третьего урока, после четвертого урока, после пятого урока и после шестого урока. Наша мама самая заботливая. Дочка, я знаю отличный рецепт теста для шарлотки. Записывай. Да, хорошо, мама. Сейчас уже записываю. Алло, мама, сделала. Не получилось. Как ты думаешь, в чем проблема? Ты, наверное, белок от жутка выделила. Действительно, не теряла. Переделаю еще раз. Почему я переделала, но опять не получилось. Как ты думаешь, в чем теперь проблема? Ты, наверное, яблоки формально не обваляла. Действительно, не обваляла. Попробуем еще раз. Короче, мама, да ну это шарлотка, не получается у меня. А, у меня рецепт тоже никогда не получается.